И снова трем, а мы идем в гости к Коржику. Чё? Спасибо. Не нужен мне новый статус в эпике. Мне и старый устраивает. Ваш, говорит, новый статус общения. Статус про статус. Тик. Все, главное, с этими. С двустволками, блин. И один этот Коржик с винтовкой, да, дальнобойный. Это еще что за хром-хром? Кто это там у них? А. Кого-то хомячут. А что, сюда можно слезть? А, да, смотри-ка, точно можно. Нифига себе, это я удачно за... Это я очень удачно зашел, ребят. Кто там? Что за хрум-хрумчик? Типа там уже креветка, что ли, Подожди, или это пойманная какая-то? А, да, да, это пойманная. Хомячит. Ничего личного, Коржик. Ну ты сам виноват. Нечего было на меня гнать. Нефиг было вообще в нас стрелять. Капитана чуть не подбил. Бег такая. Вот я и обиделся. Так. Нам как бы сюда. Не, ну здесь, скорее всего, будет такой, как сказать, момент. Ну как это? Момент, так сказать, ну, так это, со сценарием. То есть, когда, в общем-то, ползи, не ползи, один хрен, все пройдет так, как... Ну, то есть, ты зайдешь в какую-нибудь комнату, у тебя выпрыгнет этот Коржик. Вот именно. Да. Вообще странно. Как же он его закрыл, если я его вот так вот на раз-два открыл? Так, кто-то пошел следить за замком. Дин ушел наверх. Да я не хочу бросать приманку. Чё ты пристал, блин, а? Отдыхай. Вот тоже, блин, садим. Броси, брось. Броси, брось, блин. Опа. А чё вы ищете? Ну ищи, ищи, не ори. Музыку любит. Просвещаются. Заперто и ключа нет. Ага. Где-то там наверху, да? И тут тоже заперто, да? О! Блин, ничего полезного. Я думаю, может, запчасти какие валяться будут. Да без... Ищем,
Да чё, чё, труп упал? Ничего там внизу нет, все хорошо. Просто чувак подскользнулся. А где он? А, вот где. Падлы, слышу. Не очень хорошо со звуком. О, ну не надо так делать, не подвисай, пожалуйста. Сам ты. Еще ругаются, обзываются, блин. Нехорошие люди. Точно? Ловлю на слове. Точно завалишь? Ты, может, и не рыжий. Да, точно зашкерился. Ты абсолютно прав, приятель. Хм. Это странное место. Так, подожди, но у нас был только один выход, да? Через окно там в комнате. О, спасибо. А то ж, еще какое стрёмное, как тут Uncle Sam ползает. Опа, а кто это там у нас? Не гундось. Так. Ну смотрите, единственный вариант это вот через окно. Все, больше вариантов тут нет. Блин, а? Вот любитель. Козью морду делать. Козюмордель, блин, хренов. Как он неудачно там стоит-то, а? Ну, пойди и посмотри. Не заметил я бутылки. Да чё-чё? Ничего себе. Похоже, не открывается. Угу. Минус. Сам ты. Взываются еще, блин. Злые они какие-то. Недобрые. Я к ним, можно сказать, со всей душой. Да это зачем? Так поугарать чисто. Так, вот эта дверь у нас закрыта. Это тоже. Чувака я там того уложил баиньки. Здесь фиг знает, один или несколько. Непонятно. Блин, ну вот тоже проблема, что...
То есть это вообще сейчас было беспалевно, да? Я обожаю эту логику. 100 пудов пару песенок сейчас где-то пропущу. Чисто стрёмно, блин. Сейчас тебе грязно стрёмно будет. Где ты там? Ну да, он там залип. Ага. Ну. Не ори. Чего они обзываются? Туалета нет. Ну да. Такие надписи нужно для подобного контингента писать. Это у них есть милая привычка. Гадить везде, где только можно, блин. Че? А. Да, такое есть, к сожалению, грибы. Окей. Ну, тоже он так расположился, блин. Ну, как тут? Ага. Типа срез. Типа. А. И чё? Ну, видимо, дальше. Видимо, сюда можно было особо и не заползать. А? А, понятно. Сначала тут пролазим. Под патрон, под пистолет нет, вот что плохо. А ими только автомат дают. Такими темпами на автомат глушитель повешу. Не люблю я это дело, конечно. Все-таки предпочитаю с глушителем в этой игре работать. А это чисто лампочка была. Все-таки я здесь предпочитаю пневматику для тихой работы. Арбалет. На крайний случай. Ну, вы понимаете. Ага. Вот. Ну, а... А вот автомат именно с глушителем. Ну, не знаю, как по мне, это в данном случае какая-то порнография получается. Потому что автомат с глушителем здесь, ну, блин. Все-таки... Нет, ну хотя... Как бы, если бы это было чем заменить... Все-таки автомат я предпочитаю для дальнего боя. Лично я. Если как бы вариантов других нет. Ага. Так чисто или стрёмно? Так, стоп, а я где? Это... А, это я бы отсюда поднялся или нет? Стоп. Минуточку, а как это так? А там тогда что? Ха! Стоять! Любопытно. А может это секрет какая-то? Что-то какая-то слишком явная. То есть, подождите. Так. Сколько там 2 патрона, да? Вот здесь у нас... Подъем наверх. Хм. Любопытненько. Так, еще одного. Вижу одного. Эх, бля. Место, сука, хлеба. Не ори. Главное, плохо, что тут совсем не попадается никаких... Именно на калашников апгрейдов нету. Очень проблема. То есть я бы, может, и повесил на него какой-нибудь глушитель сейчас, но его здесь нет. Я не хочу шуметь. Мне в целом нравится. Чё?
А, сейф. Сейф, хорошо. Все еще два патрона. Так. Теперь, видимо, выход сюда. Дурил, что ли? А, ну конечно. Надо что-нибудь нажимать. Видимо, надо. Ну давай, дорабатывай его уже, Сэм. Вот так. Еще давай, вылети мне тут. Ну и чё? Все, брателла, спокойно, все путем. Да, серьезно? Вижу, теперь и серьезные люди по делам. Так что больше мешать не буду. А больше, это точно. Угу, не будешь. Лови подарок на прощание. Но вообще вот этот дермантинчик вряд ли выдержал бы этот взрыв. Не то чтобы я был сильно кровожадным. Это Сэм, снайпер нейтрализован. Ага. Это... Молодчина, Сэм. Спускайся на причал, сейчас я тебя подберу. Отличная находка. Ну это тот же автомат, как бы. Вау. Так. Нет, спуск на при... Подождите. Ай, да ладно. Блин, я туда не попаду. Ай-яй, да вы чё? Там же, наверное, какой-то секретик. Так, а быстрая загрузка. Блин, да вы чё шутите? А почему так-то получается это... Блин, я не туда пошел, да? Ты ядрить твою. А сохранение, скорее всего, было после того, как я подорвал этого засранца. Фу. Сто пудов скоро он какой-то пропустил. И вниз теперь не спустишься, да? А, нет. Ой, как хорошо. Спасибо. Подождите, подождите. Сейчас тогда надо это обследовать. Вы чё? Ты ж, блин. Не просто так же здесь это сделали. Меня вот эта лестница удивила. Да вы что, шутите, что ли? Да вы... Серьезно? Блин. Ну, лажа. Ну да. Ну понятно здесь. Подразумевается, что можно, видимо, спуститься, что ли? Или что? Ну да. Другой вариант спуска, правда, непонятно, зачем он тут такой красивый нужен. Ах ты ж ядренка черышка. Прикольно, я печку потушил. Ну ладно, значит еще раз сейчас посмотрим. Давайте быстрое сохранение. А я-то думал... Ну хотя, с другой стороны, тут действительно такой спорный момент, то что оставлять там какой-то схрон, именно схрон, так, чтобы до него вообще добраться было нельзя. Это как минимум странно. Ну, как-то это не, как сказать, не в стиле этой игры. Тем более на таких локациях, где, что называется, особо сюжетного-то ничего не происходит. Спокойно, все путем. Да ну. Вижу, теперь и серьезные люди по делам плывут, так что больше мешать не буду. Это ты прав, чувак. Больше ты мешать не будешь. Вот тебе раз. Вот тебе два. А вот тебе подарок от Uncle Sam. Да, сурово, но он первый начал. Это Сэм, снайпер нейтрализован. Мягко говоря. Молодчина, Сэм. Спускайся на причал, сейчас я тебя подберу. Как-то здесь ничего нету, да, кроме вот этой, ну, винтовки. Отличная находка. С одной стороны, конечно, да. Она по три, что ли, патрон пускает? Сейчас, подождите-ка.
Так, что у нас тут? Ага, так. Снайперский приклад. Ага, чуть ниже стабильность, но выше точность. Легкий рукояткой ЦВ, чтобы обеспечить, что обеспечивает наибольшее удобство для прицеливания, но ухудшает контроль отдачи. Лучший выбор для боя на дальних дистанциях. Ну, давайте. Так, система серийного огня. А, вот из-за чего. По три патрона-то я не обратил внимания. Ага. Ой, как. Плавматическая система. Длинный ствол в сочетании с самозарядной затворной группой превращает оружие в точную дальнобойную винтовку, повышенную мощность, но усилит отдачу и ухудшает удобство прицеливания. Возьмем эту. И оптика X6. Это снайперский прицел, позволяет вести прицельный огонь на максимальной дистанции, но сильно ограничит поле зрения. Берем. Вот теперь у нас есть дальняя пушка. У нас есть средний-ближний бой, ближний бой и дальний бой. Красота? Красота. Та-та-та-та-там-та-там. Ну чё, капитан, поплыли? Скажи, что это за люди были? Да, действительно. Это те самые бандиты, про которых я тебе рассказывал. Ага. Явились поживиться нашим добром. С этим у них облом вышел. О как. Ой. Тут, конечно, надо отдать Тому должное, оборону мерзавец организовал крепкую. Эти голодранцы в поселок уже давно не суются. Фига себе, качельки висят. Пару лет назад в последний раз попробовали. Ага. Клим их так проучил. Они даже трупы из петель вынимать боялись, хотя их по всему городу грозди висели. Сурово. Ну вот, в поселок не сунешься, деваться им некуда. Занялись промыслом. О как. Ловят мутантов по развальным. Ну, зверолюдей этих. Ага. Они тупые и злобные, но крепкие. Повозки таскать, башни тянуть, приводы крутить вполне подходят. Нормальный бизнес. Наверное. Ну и жрут немного, так что выходит выгоднее, чем горючее жечь. Ну да, горючее-то кончается. Вот бандиты этих уродов ловят, приручают немного, а потом оптовикам сдают. А тех куда? Те пару раз в месяц с юга приходят. Ха. Расплачиваются оружием, боеприпасами, рисом. В общем, все, что нужно для жизни на природе. Ну да, ну да. В поселок тоже заходят. Берут в основном генераторы восстановленные, моторы, другую технику. Ага. Наши механики все-таки золотые руки. А, ну и рыбу еще вяленую. Ну понятно. Такова вот экономическая жизнь региона. А чего эти ловцы по нам стреляли? Вот так, кстати. У них весь город на участки поделен. А-а-а. Долго разборки шли. Так что теперь по всем, кто без опознавательных знаков, они сразу стреляют. Ты, блин. Понятно. Держатся за хлебные места. Точно. Да уж. Ну давай, веди. Ну все, Сэм, приехали. Швартуемся и идем, покажу тебе свою резервную базу. Что-то он постоянно через текстуру ходит. Cool. Обратил внимание. Так что, расскажешь, что там Том предлагает? Да расскажу, наверное. В общем, предлагает оставить тебе поселок и всех, кто не захочет идти с ним. Как щедро. А чего он хочет? Хочет, чтобы ты достал топливо для лодки. А, свет не включается. Не волнуйся, лифт работает отлично. Ха. Мы давно с ребятами эту базу готовили. На крыше дизель стоит. Давай, давай, я тут. Лестница у нас вариант на крайний случай. На нижних этажах полно уродов. Так что лифт это не роскошь. Хм. Главное, чтобы генератор работал. Ай. Значит, ребят тогда не поймали. Ха. Или не смогли у них ничего выпытать. Хм. Каких ребят? Когда с Томом стало все ясно, мы с товарищами решили заправить лодку и увезти ее из поселка. Как вы держали столько лет на плаву? Понятно, всю команду не посвящали. Знали только Сансеич, старпом мой, да минер с химиком Саша Второй и Володя. Саша Второй. Они вышли на разведку, 2 недели были на связи, топливо нашли, операцию назначили на ночь, договорились, что я их подберу на месте. И? Но там вместо них меня ждали люди Клима. Еле ушел. Почему свет не могу включить? Думаешь, их схватили? Не знаю. А, давай, давай, двигай. Может быть и нет, но совпадение, согласись, странное. Ну да. Да.
Блин, хорошо он устроился. Так, приехали. А, растяжку убрал, что ли? Заходи, сэр. А, нормальная такая холостяцкая квартирка. С подвесным потолком, нифига вот себе. Добро пожаловать. А вот это, конечно, косяк. Располагайся, отдохни, все равно на улице буря. О-о-о-о-о, а можно вот этим воспользоваться? Что-то подвисает. Эй, ну дайте верстак. Подвисает. Что-то прогружается. Что прогружается? Чему тут прогружаться? Непонятно. Ну давайте садимся. Все равно ничего не работает. Скажи, Сэм, какой тебе интерес связываться со всем этим? Да домой хочу, блин. Я домой хочу попасть, только и всего. Том обещал подбросить. До того, как начнет новую ядерную войну. Или после? Ой, ну ему-то это зачем? Сэм, это страшное оружие. Оружие, которое было доверено мне, чтобы защищать родину. Ага, и что в итоге? Не для того, чтобы с его помощью пиратствовать или пусть даже устраивать царство Божие на земле. Понимаешь? Но... Я не использовал его в войну, так какое же право кто-либо имеет использовать его сейчас? Когда эта война нас всех чуть не прикончила. Ну, знаешь... Том разумный человек, не думаю, что он на это пойдет. А Клим? Прежде всего, бизнесмен. И цели добьется любым способом. Неужели непонятно, что обещание оставить здесь всех, кто не захочет с ним идти, угроза? Как думаешь, что с ними произойдет, если я не заправлю лодку? Ну да. По-моему, ты сгущаешь краски, Эд. Давай я его сейчас вызову, и ты с ним все обсудишь. Ну давай. А он нас не запеленгует? Том, это Сэм. Капитан согласен поговорить. Перфект, Эдуард. Не буду ходить вокруг да около. Мне нужно топливо. А ты хочешь вернуть себе поселок, своих людей и власть. Я готов отдать тебе все это. Как только реакторы будут заправлены, мы выйдем в море, и вы нас больше не увидите. Ты не веришь, что я не воспользуюсь ракетами, но я даю тебе слово. А ты знаешь, что слово я не нарушу. Ну-ка, ну-ка. Пока не нарушал, если не придираться к мелочам. Допустим, даже я поверю тебе, но Климу никогда. Вот, я же говорю, Клим тут. Он тебе не сказал, что вольные бандиты работают на него? О как. Чего ты так решил? Доказательств нет, но мои друзья пропали без вести. Клим ничего про них не говорил? Сказал, что ищет. У меня давно уже были на его счет подозрения, и теперь они начинают оформляться. Боливару не снести двоих. Когда топливо будет, весь вопрос с Климом будет закрыт. Условия. Больше никаких. Че-то у него в руках? По рукам? По рукам. Я знаю, что еще пожалею об этом, но я согласен. Не пожалеешь. Договор есть договор, Эдуард. Скоро увидимся. А ведь на самом деле, если подумать, спасибо, да? Спасибо, что поверил ему. Зачем ему устроить войну? Я ему не верю. Ха. Ни на секунду, что бы он там ни говорил. Не верю. Но... Но у тебя нет выбора. Ну, в общем, да. Именно. Выбора у меня действительно нет. О, мультик. Или не мультик, или игра. Черт. Генератор опять вырубился. Идем посмотрим. Ага. Видимо, игра все-таки. Или все-таки мультфильм. Фиг поймешь. Ну куда ты, ядрить-то в корень? Че ж рано, блин. Ну сиди, отдыхай. Во-во. Давай я схожу. Что ж я с генератором не разберусь, что ли? Черт! Прежде чем идти, сначала надо колено вправить, а то опухает уже. Ох, это больно. Это больно, да. Конечно, это у тебя пейнкиллерс есть? Вообще я не пью, но у меня тут ящик молотовых. Смесь самогона с рыбьим жиром должно помочь. Эх, фу, гадость какая. Ай, самогонка еще, ладно, но самогон с рыбьим жиром. Хотя, конечно, еще б закуску какую-нибудь организовать. Ну, пошли сплаваем за рыбкой. Вот,
Оу. Вот это да. Теперь живем. Ну, откладывать теперь уже смысла нет. Твое здоровье. Да, неплохо. Эй, а мне? Эй, а чё? На, ты тоже подкрепись. Ты уверен? Ты ж конечно гадость, но, блин. Еще бы, пей. И давай еще раз. Когда еще выпить-то удастся? Ох, представляю, как сам скрутило. Дискастинг. Гадость, согласен. Так, будем приступать. Тяни. Держись, крапча. Это точно. Эй, я же нажимал. Вышло. Дай передохнуть немного. Блин, я же нажимал. Что, недостаточно быстро, что ли? Куда же пустые-то? И себе тоже достань. И себе тоже достань. Давай, давай. Cheers. Так, сейчас. Ага. Awful. Ну, тащи. Давай. Как следует тащи. Ладно. Муж. О, есть. Черт, ужас, как больно. Так, я предлагаю сейчас перекурить, потому что будильник квакнул. Я чувствую, сейчас будет та самая грандиозная пьянка. Я видел некоторые нарезки. Вот, а это явно долго, чтобы видео не затянулось. Так, сейчас небольшой перекур, и потом продолжим. Как обычно, на самом интересном месте.